корабль-призрак. Ну что, такой был цикльный. У нас уже рассвет. Монтируем видео. Нас он, смотри, как качает. Всю ночь вообще колупало у нас так. Постоянно просыпался, контролировал ситуацию. Вчера была такая, делать вечером видео, так что сейчас утром на матч что отменяется у нас подъем, потому что смотрите, как все время ее шкумутает, соответственно, залезть сейчас наверх, там амплитуда такая, вот нахер надо. Ну как оно? Шикарно. Качает, качает все. Чуть есть такой, да? Бетонное изваяние остается. Не ушло на ночь, да? Ну ладно. Что, будем тогда собираться, завтракать и погнали. Вчера проверил, протестировал свой гидрокостюм. Ну, прикольно. Майорка мне очень понравилась, кстати, называется так. Ну, здесь все вроде нормально, пойду умываться. Блин, конечно, ночью повозились немножко в открытой такой акватории. Я вам скажу, не есть хорошо здесь ночевать, потому что тебя постоянно шкумутает, постоянно натягивается. Нас стягивало несколько раз. Радар мой работал, и, конечно, не выспались. Ведь ветер дует оттуда нам туда. Мангал, кстати, хорошо отработал мне. Он понравился, только надо немножко, качать так, приспустить вот эти болтики, чтобы он открывался полноценно, ну и найти место, где он будет стоять там. Видите, вот такая система, то есть ты открываешь, точнее откручиваешь. Кстати, кажется, это не корабль Павла Эскобара, а мы думали, что тут его история, его совсем другая, так что мы вас обманывали. Лезли, уберем сейчас двигатель. Нашел я дырочку с моей заплатки прошлой. Вспомним, у меня была немного бракованная лодка. Или я все-таки порвал, или там мне помогли. Поэтому я клеил уже здесь. Это старых видео можете посмотреть. Так что надо поднимать и чистить ее. Сейчас мы это убираем. Берем еще маски, чтобы они не царапались. Мы все собрали. Сейчас отпустим немного тузика дальше, чтобы не терся. И мы готовы. В принципе, сейчас завтраками пошли. Мы жарим опять яичницу. Что у нас сегодня будет на завтрак? Много. Да ладно, зачем? Мясо. Мясо. Макарон, хлеб, салатик. Охренеть. Вот это я по красоте. Да? Отлично, видишь, сижу, четко. Леха. Командую. У Лехи все рабой, как всегда. Как и твоя шапка. Вот, наверное, вот эта песня играла вчера. Нет. Так, ну что, мы занимаемся с картографией, работаем. Прокладкой маршрутов. Смотрите, как мы с Насао. Еще один остров. Вот сегодня у нас пятнашка дует. Она чувствуется даже. Вот мы сегодня пойдем сюда. Нормально, короче. Штормов нету вроде бы. О, 10 числа. О, хорошо. 10 будет валить. 10 30 узлов фигачить будет. Мы уже должны убежать и встать в марину. Ну, может, конечно, он пройдет. Но погода такая будет неприятная. И вот я с Насао иду на этот остров. Потом остров будет Пик. Потом следующий остров. Возможно, здесь остров. Возможно, этот остров. И, возможно, я приду сразу на этот остров. Может быть, все-таки припаркуемся еще сюда, чтобы расстояние держать. Да, вот видите, дневной переход, переночевал, дневной переход, переночевал, дневной переход, переночевал. И вот Теркас и Кайкас, мы здесь переночуем, и все, следующий у нас переход будет Доминикана. До Доминиканы, сейчас посмотрим у нас. Ну, до Доминикана сутки будем идти. Смотрите, это же шикарно. Это нас качает. Укачивает, подкачивает. Все вообще жизнь прекрасна. Пивасик еще холодненький даже. Все, выдвигаемся. Закрываем иллюминаторы, потому что волны сегодня, возможно, пойдем идти почти против ветра.
Так что, скорее всего, будет захлестывать. Ветер хороший, поэтому есть шанс, что мы пойдем нормальным курсом и с хорошим ветром. Так что погнали, как обычно. Все. Начинаем мы выход в Оушен дальше. Правда, не Оушен, а залива, но все же. А теперь, да, разматывай и начинай потихоньку тянуть. Если получится. Я сейчас тебе помогу. Большим углом вверх не тяните, вам же тяжелее. А теперь карабин отцепить. Карабин! Не, не слышали. Ох, волны сейчас ударят. Чай, корабль с большой историей. А мы погнали в новое путешествие. Выходим сейчас на курс. Конечно, ветер не самый будет приятный. Будем идти острым углом. Ручка, видите, работает по такому принципу. То есть просто сопротивление грани. Ставили, все, она готова. Сейчас мы будем ставить стаксель и попробуем, насколько ему будет легко или плохо сейчас двигаться нам. Тянем. Если тяжело, то в обратную сторону. Еще. Натягиваем. Видишь? Отлично. Почти парус у нас. Не, надо еще тянуть. Освободи, Коля. Там веревка свободная-то? Да. Может, его где-то зажало? Нормально. Пока что пойдем так. Все, красавцы, 6 узлов уже валим. Если второй бы поставили, восьмерку могли бы вытянуть. Обмывает носовую часть. По идее, с таким ветром можно поднимать спокойно грот, но мы уже через час будем поворачивать, и возможно, что пойдем совсем другим курсом туда. Может, это, конечно, поможет, но там кусок мели, я думаю, что чтобы на моторе эту часть пройти. Передвигал этот ролик, так, и теперь я не могу сильно натянуть парус, тупо потому что мне не хватает длины, чтобы он вытянулся, вот чтобы этого пуза не было. То есть сейчас работает парус хорошо, но надо передвинуть чуть дальше. Парус очень длинный. На лодке моем
наши кастрюли, проходим острова. И в ближайшие дни у нас не будет вообще ничего видно, никакого острова, потому что мы идем туда. Через полчаса у нас где-то уже будет поворот. Первую, насколько хорошо точно показывает датчик. 16 узлов скорость ветра. Работает. Ну как чувствуется? Как в управлении? Отлично. Не машина совсем, пацаны. Даже не близкая вообще не машина. Она вроде бы что-то, да, но все равно с задержками эти повороты такие. Но только что круглый. Штурвал. Да, черт, опять тоже, видишь. Ставим парус. Ты держишь тот же курс, какой есть. Включается передача кверху. Все, пошли обороты. Можешь чуть-чуть прибавить газу. Вот, смотришь, по тахометру не больше 2000 оборотов должно быть. Желательно 1800, это экономный режим. Все, теперь сейчас будет лег, ты будешь отпускать, я буду скручивать его, и все. Угу. Елем, смотрим глубину. Леха, ты у нас будешь опять на носу смотрящий? Поэтому, ну это чуть позже, тебе прокомандуют, сделай ближе карту, Егор. Вот, все, нам как только подойдем к одной чекпоинту, тогда уже будем менять дислокацию. Если что, я за веревку, я за это. Значит, ты хватаешься за эту веревку, в случае чего просто тормозишь, и мы уже, я буду так как смотрящий, потом будем командовать, что им делать. Главное, за флаг не хвататься, за ту веревку можешь браться. Я сейчас попробую еще чуть-чуть ее тебе приотпустить, чтобы у тебя было больше возможности маневра. Реально холодная? Да, холодненькая. Сейчас я привык. Я тебя еще опускаю. Давай. Все. Есть? Да. Погнали, попробуем. Сразу хватайся за веревку. Идет нормально, отлично. Здорово. Это было бы очень эпично, если с ним бы пошел бы там дальше. Согласен. Лучше? Вперед смотрящий, Макс. Смотрите, видите, кусок темный и кусок тоже темный. Вот здесь светлое, это песчаное дно, здесь водоросли. Водоросли плохо якорятся, лучше на песке. Это большой, да, плывет? Коль, ныряй, смотри. Подходим сейчас к милевой части, глубина уже 5,8 фит, плюс моих еще 3,5, то есть пока нормально. Стоит уже наблюдатель носовой, идем 4 узла, нормально вроде. Горизонт бирюзовой воды, так красиво. Здесь, кстати, глубина уже маленькая, вон 4,6 фита, 2 метра под нами всего лишь. Глубина. Охренеть. Прямо вот кажется дно сейчас, ну, нырнул и все, и достал сразу. Офигеть. Очень красиво, тут такие тени. Если был бы штиль, это реально было бы зеркало и была бы тень внизу, вон как от лодки вон тень. Тень от тузика, ну божественно.
глубина где-то 2 метра. На качелях. Мы избавили ход, но идем где-то примерно 2 узла. Ну ты сильно не отпихивайся. Выступает так, чтобы в метр. Акробат Николай и его водный трюк. Юху! Ага, ага. Осторожно. Осторожно. Давай, отдаем дань Посейдону. Я так понимаю, коль тебе ничего не осталось. Будем ставить грот. Хотелось бы рассказать немножко пару слов об особенностях Багамской почты. Багамская почта работает таким образом. Мы выбираем письмо, пишем на нем пожелание и заносим в почтовое отделение. Надо еще 100 баксов. Принести? 100 баксов у нас уже заплачено. Письмо помещается аккуратно в контейнер. Что дальше делается? Аксель, но еще не хватает натяжечки. Пилот не отработал, в общем, острые курсы не его это. Надо теперь вручную, и нам парус не дает повернуть. Брали мы стаксель от ненадобности. Постоянно мешает, пытается нас развернуть, очень острый курс. С гротом хотя бы пусть стабилизирует немного. Скорость, конечно, маленькая. Будем так идти. На экранчик ты можешь увидеть. Пошел. Попробуем покупаться. А вода тут холодная, а мать его. Что-то я уже не хочу. Американский флаг. Черт, тут холодно же, а? Кто-то думает, смотрит и думает, сука, там минус 10 у нас, тебе холодно. Ой, написали в комментариях опять. Вот написали. У-ху! Так, ну что, меня видно? Так холодно. Давай, прыгай, что ты выделываешь-то все? Сейчас сделаем ТО. Да ныряй уже. Что? Ныряй уже! Да я поломаю, если что. Сколько мы идем узлов? 3,7. 3,7? Ну ладно, мать его, так. Будем греться. Ну все, пацаны, кто теперь капитан?
Как видишь? О, ты покажи меня здесь! У-ху! Нормально валит она, я тебе скажу, сопротивление такое неплохое. Ждем, вот все, включил. Что-то такое, видите? Опять что-то темное там впереди у нас. Все уже, да, не видно ничего. Ничего. Кораблик только вон там он на горизонте. Ага. Вкусно? Ананасик на Карибах. Очень уместно. Сейчас хотим попасть на Рокс. Здесь есть камень. К нему поближе подойти. И через милю он уже должен быть. По идее, мы должны его видеть, но возможно, что он под водой. На камень прямо не надо подходить. Правее уходим. Камень, а его нету. Мы хотели сюда подплыть, это покупаться около него, но нет. Но он есть какое-то темное пятно, там, скорее всего, водоросли. Попробуем около них. Мне вот поэтому, наверное, не хочется лезть туда. Как-то в прошлый раз помылся и хватит. А я на вас посмотрел и решил, не полезу вообще. Ну что, ребята, в воде, поплыли. Ну как, достал? Все, погоди. Гребите! Собираем якорь, покупались ребята, теперь... Едем дальше. Поели, поспали. Опять поели, поспали. Зато идем сейчас под парусами. Мотор заглушили. Готовимся к приему опять пищи. Удовольствие. Тьма. Настроение. Огонь. Карибы. Всем привет. Пилот даже вообще не нужен, вот все, вот мы идем под парусами, ровненько, четко, даже не подруливает ни хрена. О, видишь, работает, чуть-чуть такой лик, офигенно. Можно расслабиться и отдохнуть немножко с полчасика. Прокладываю мой план на будущее. Ну, смотрите, мы, получается, что сегодня мы сейчас идем вот таким образом, галсом, чтобы идти под парусами, 4-7 видим, еще где-то... Наверное, с минут 40, и потом повернем галс, и уже, скорее всего, потемнеет, будем здесь ночевать. Завтра мы придем в Насау, скорее всего, поздно вечером. Значит, Насау мы будем до 12 числа, к 11 приезжает новый попутчик. Ребята все улетают где-то примерно 10-11 числа. После этого мы 12 или 13 с Насау стартуем до вот этого небольшого острова. Здесь мы тусуемся, один день переход, один день тусовка, на следующий день мы выходим сюда. То есть получается, что это будет 14-е, день перехода 15-е, тусуемся 16-е здесь, 17-го двигаем сюда уже находимся, 18-го тусуемся, 19-го приходим сюда, ночуем ночь. И 19-20 приходим сюда. Тут тусуемся один день. Это у нас 21-22 приходим на этот остров. Ночуем 21-22 приходим на этот остров.
Может быть, тусанемся. Это будет 23 февраля. Приходим на Теркас и Кайкас. 24-го. Потом маленький переход. 24-го здесь мы, или 25-го. И остается 2 дня пути до Доминиканской Республики. Без остановки мы можем вдвоем пройти ее под наклоном. Вот таким образом. Где-то это будет 2 суток. Либо дойти кусок в день 30 узлов суда, 40 миль морских. И после этого спуститься, но в любом случае ночью придем. Вот, поэтому в любом случае под утро придем, скажем так. Вот в этой марине сказали мне очень красиво. И еще есть вариант вот сюда. Тоже красивое место постоять на якоре. Но я думаю, что скорее всего я приду Пуэрто Плата. Здесь решу вопрос с постановкой лодки в марине. И уже буду двигать дальше в Россию. После этого уже будем объезжать на яхте по кругу Доминикану. И как-нибудь с этой стороны двигать на Джамайку. Только уходя в океан. Но тут будет большой реально переход. Потому что если даже вот здесь с Доминикана уйти примерно сюда, на 100 миль. И потом еще 400 миль, конечно, это большой переход. Сколько-то вот этой. Здесь 100 миль. И то Пуэрто-Рико, если мы захотим сюда пойти в дальнейшем. Ну, тут вообще сутки пути, да. Вот, так что вот такой план, друзья. Вот так выстроена схема. То есть я думаю, что или с Пуэрто-Рико в Доминикану, с Доминиканы на Ямайку, с Ямайки, опять же, большим перегоном или маленьким на Кубу. Можно по Кубе чуть прокатиться в Мексику и с Мексики уже обратно в США. Вот с Мексики можно сделать переход быстрый сюда. Кстати, расстояние от Кубы до Мексики, Канкуна, сутки пути. Потом опять то же самое сделать, вот таки раз, перешел ночь, потом перешел еще раз и рванул сюда уже. Или же одним длинным трипом рвануть в сторону Кивеста, потому что здесь, конечно, очень красивые есть места. Ну, тоже 3 суток пути, то есть за сутки мы 100 проходим, грубо. Ну вот план маршрута на будущее месяц. Собрали уже грот и будем сейчас идти под мотором, потому что ветер немного подстух, и мы опять идем в лоб, чтобы прийти к нашему маршруту. Картошку ты хочешь сварить? Да. На вечер, отлично. О, видишь, понадобилось, я как раз недавно купил ее, картошку чистка, делаем туну. Сейчас мы берем, рассматриваем варианты, что мы будем... Это вот, да, будет? Да. Или... Все, вот попробуем. Я же еще купил открывашку. Мы, скорее всего, будем уже двигаться в темноте. Вон, Егор у нас принял эстафету. А Леха просто Леха делает салат. Вот, ну ты можешь что-нибудь сказать еще. Быть на лодке. Вот так и движется, смотрите, видите, как подсветка. Не хватает все же света здесь. А, приборки у нас все работают. Глубина 9,7 нормально. Скоро 4,1 по воде. Валим хорошо. Тепло, главное, правильно? Наслаждаемся природой, да. Да, очень крутые звезды, но вы их не видите. К сожалению. Вот это крышку. Я понимаю, ужин у нас. Крышку сверху прикрыли, поставили хлеб. Мы набираем ход, продолжаем двигаться, потому что сегодня плохое движение у нас в связи с встречным ветром, поэтому продолжаем двигаться ночью. Глубина
отличная. Будет у нас ужин, сейчас 8 часов. Я думаю, что еще часа полтора-два продвижим. Остановка на якоре просто вот где угодно, скажем так. Просто огромнейшее пространство. Здесь глубоко, 15 фит, то есть 20 фит фактически, 10 метров, кстати. Да хренище. Так что будем ставить здесь лодку. Так, главное просунуть там. Ночная постановка якоря. Включаем заднюю передачу, будем закапывать сейчас якорь. О, натянулась. Ого. Все, нормально. День подошел к концу. Не смогли мы въехать туда, куда хотелось доехать. Поэтому остались прямо вот посередине, вот реально вот шли, тут большое пространство, а одного примерно, одной глубины. Только вот так, ну, становимся здесь, все, кинул якорь и все. Ну, то, что нет, ни за чего, не закрыться никак. Ладно, будем ложиться спать. Спокойной ночи, друзья.